В чем смысл жизни? По какой причине мы здесь? А есть ли вообще в этом какой-то смысл? И почему еда из мусорки настолько вкуснее? Это я. И это я. И этот малыш-симпатяга тоже я. Так много жизни для одной собаки, но, пожалуй, я забегаю вперед. Давайте начнем сначала. Моя история началась с мальчика. Его звали Итан. Бейли, Бейли, Бейли. А меня звали Бейли, 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 Бейли. Нет! Давай же, Бейли, сделай это. Чего он от меня хочет? Ну же, давай. Когда бы Итану не было грустно, я всегда знал, что нужно делать. Готов? Я готов. Вперед, Бейли! Мы играли в мяч целыми днями напролет, и Итану это нравилось. Временами приходилось его немного выручать. Прости, это был мой пес, не я. Тебе нужно поучить свою собаку хорошим манерам. Мы проводили каждый день вместе. Они что, дерутся за еду? А, нет, ничего нет. Но время шло. Вот и мое время с Итаном подходило к концу. Хороший мальчик, Бейли. Я буду скучать. А потом... Вот что произошло. Я вернулся. И у меня не было... Я девчонка? Молодец. Хорошая девочка. У меня появилась новая цель в жизни. Я снова был нужен. И снова. И снова. С каждой новой жизнью. Я учил новый урок. А раньше мы не встречались? Где ты его нашел? Ладно, готов. Вперед. В январе. Я пытался осмыслить все, что видел. И понять, в чем смысл моего путешествия. И как сюда вписывается бекон. Те, кого мы спасаем, спасают нас. Если я могу лизать тебя и любить, у меня есть цель. Собачья жизнь. Итан, почему ты таскаешься с этой псиной везде? Это типа замена девушки или что? Моя собака над тобой смеется. Собаки не смеются. Это было прикольно.